Обвиняемого в утоплении девушки в реке Монастырке завтра доставят в суд. Мужчину задержали в понедельник после звонка петербуржца, который сообщил, как на его глазах неизвестный утопил девушку у второго Лавровского моста. Оказалось, душегуб, который позиционировал себя блогером, лишь на прошлой неделе выписался из психиатрической больницы. О жертве пока известно немного. Ей было чуть больше 30. В Россию она приехала из Молдавии 4 года назад. С убийцей познакомилась случайно, незадолго до смерти. То, что сейчас рассказывает на допросах сам обвиняемый, позволяет предположить, что очень скоро он может вернуться в больничную палату.